Всем доброго дня! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Смотрите, какой первый урожай мы сняли черешни в этом году. В этом ролике я расскажу, как мы спасли весь урожай черешни от скворцов, дроздов и всяких птичек, которые у нас водятся в нашем саду-огороде. Валяется много, ой, сколько ягоды, жалко. А сколько было съеденных, вот они же плюют. Вот, и бросают вот на земле, сколько лежит. Это сколько бы было черешни. Каждый год, когда поспевает у нас черешня, у нас всегда создается проблема. Как уберечь нашу ягоду от налета шествия дроздов? И дрозды, и скворцы, все налетают вот, и съедают всю черешню. Высота нашей черешни, конечно, огромная. Видите сами, черешня вот такая большая. Вот, и укрыть, конечно, ее не просто невозможно ничем. Но в этом году, слава богу, мы придумали, как нам сберечь нашу черешню. И кушаем, и оббираем. Уже корзинку обобрали. Еще вот, смотрите, сколько ее много, этой черешни. И птичек этих дроздов нет. Эту черешню мы сняли на второй день. Уже поспела. И мы снимаем каждый день понемножку. И там еще осталась вот такая, как бы немножко не темная, вот такая. Но вот такая вот мясистая, сочная черешня. Вот неужели мы отдадим на съедение птичкам, дроздам или скворцам? Вешаем вот таких орлов. Висят они у меня. Вертушки с той стороны у нас. Вот там сидит внутри. Сделали. Сейчас покажу поближе бабушку такую. Вон она. Вот, приближу. Чучело всяких. Вот они у нас и чучело всевозможные. Ставили зеркало. Вот отражатель, чтобы было солнце. Тоже хорошо помогало. О придуманном методе расскажет сам муж. Вот какой в этом году нам урожай черешни. Прямо гроздями висит черешня. Урожай был, конечно, бы больше еще, но в этом году нас одолевали клесты. Разные наши хитрости, ветряки. Счастье ничего не помогало. Пришлось утром и вечером их просто гонять. Но в конце концов я нашел для них действенный способ, который, в частности, нам помог сохранить вот такой вот урожай черешни. Что мы сделали? Взяли радиоприемник, поставили к нему колонку и включали среднего уровня музыку. Взяли приемник. Ставили колонку наверху. Таким ключи. Сейчас отключила музыку, конечно. Ну вот мы придумали и теперь спасаемся. Может и вам пригодится. Попробуйте. И таким образом, боясь звука, музыки, они, видимо, считают, что кто-то находится рядом с деревом, и не летали, не клевали нам эту, точнее, черешню. Таким образом, нам удалось сохранить урожай. В прошлом году практически его весь съели. Так, эту сторону мы обобрали. Получилось так. И теперь осталась эта сторона. Ну, 7 метров высота черешни. Никакая сетка здесь бы не помогла никак. Сегодня мы собрали последний урожай черешни. Вот ведерко, а это варенье без косточек. Урожай сохранен и переработан.